Дом в огороде, социальный ресурс, который разработал действенный алгоритм воздействия на проблемы, связанные с ЖКХ. Но сайт у нас уже работает, алгоритм действительно действенный, и вот сейчас возникла необходимость создания мобильного приложения. Необходимость создания в этом приложении, она есть, и в этой необходимости ставится определенная задача — это охватить активную аудиторию молодых и опытных пользователей не только интернет мы уже охватываем, но и пользователей мобильных приложений, пользователей iPhone, Android, ну и по возможности, наверное, всех средств связи, которые позволяют как-то удаленно от стационарной сети интернет получить доступ. Какие проблемы должен будет решать мобильное приложение? Возможность быстро заявить о возникшей проблеме, то есть если вы находитесь где-то не рядом с домом, там, и эта проблема произошла не у вас дома, не в вашей парадной, не в вашем дворе, то вы сразу же достав там средства связи, телефон, на котором установлено мобильное приложение, сразу же можете подать заявку, и в достаточно короткие сроки решить эту проблему. С помощью приложения этого мобильного, посредством того, что будут в пользование этих приложений вовлечены молодое поколение людей, надеюсь, что молодые люди, там, пользующиеся этим приложением, будут привлекать более взрослое поколение, которое только начинает пользоваться интернет и сможет также через наш сайт подать заявку. Аудитория, как я сказал, это молодые активные горожане. Ну и опять же посредством сарафанного радио будет происходить как реклама приложения. А очередность использования средств на создание приложения — это непосредственно первое, что это создание, дизайн, функционал, движок. Это, может быть, я выразился, может, некорректно, если меня программисты поправят, так как не очень силен в разработке именно приложений для мобильных. Потом это размещение, если это говорится об приложении для iPhone, то это на общедоступной базе App Store, где возможно будет скачать это приложение. Но в дальнейшем реклама приложения через соцсети, через сайт, через средства массовой информации, опять же создание пресс-релиза. Так как мы проект уже достаточно известный, то нововведение с нашей стороны, оно будет также освещено в средствах массовой информации. Может, дальше. Проведя достаточно большое количество времени, благодаря организаторам TestCamp, получили демонстрационную версию. Так, да. Так, я не знаю, может быть, я сразу дам возможность. Может, не сесть даже, да? Да, мне кажется, это... Получили демонстрационную версию вот такого приложения. Вот это стандартная главная страница. Изначально необходимо будет пройти регистрацию, ввести свои данные. Да, вот, к примеру, вот зарегистрировался Сергей Андреевич, там, его там место проживания, почтовый адрес, номер телефона, подтверждение пароля, изменение данных. В зависимости от возникновения проблемы, к примеру, там проблемы во дворе, в доме,
сразу же появляется следующее меню, где необходимо будет указать там, город, район, адрес проблемы, проблему, описание. Мы, если начинаем заполнять, то опять же по всплывающим пунктам можно будет выбрать определенный город, район, улицу, вписать описание проблемы. Также возможно будет добавить проблему, добавить фотографию. Вот она появилась. Также можно будет поставить пункт геолокации, то есть упрощает определение местоположения проблемы. И после чего мы нажимаем кнопку «Отправить», формируется текст заявки автоматически, куда вот добавляется в пустые поля заявитель, там Сергей Андреевич, дальше вот по списку регистрационные его данные, а потом уже дальше идет тело письма, в которое вписывается, опять же, изначально со сформированной формы заявки вписывается адрес проблемы и суть ее. Ну, в конце, вот, здесь, к сожалению, нельзя прокрутить, но вот опять же уточнение, кто отправляет. Ну, если мы нажимаем «Отправить», то вот формируется, что заявка отправлена, и в течение там, такого-то времени будет проблема решена. В принципе, вот и все. Отлично, спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Проводили ли анализ текущих решений, потому что мы предложили много в качестве, ну, заказ, например, города Москвы, есть такое предложение, он нам добавит, чем ваше будет лучше, чем отлично. Начинали мы с сайта, да, поэтому у нас есть уже статистика решенных проблем, начиная вот с, основываясь на сайте, да, то есть по поданным заявкам, по заявкам, которые мы сами проблемы решали. По городу Москве, вот, конечно, это лучше сказал Дмитрий Ильинец, который вот как раз является в Москве создателем и руководителем. Но вот по его данным, по проблемам в своем доме он решил все полностью. Соседний дом, он как бельмо на глазу, то есть черное и белое, соседний дом в ужасном состоянии, его в отличном. Ну и также статистика по Петербургу, она присутствует на сайте. Небольшое количество заявок было изначально, там около 100 заявок, из них там 30 заявок решено, и все остальные сейчас заявки пока в процессе решения. Так как некоторые заявки они долгосрочного плана. Анализ, ну вот мы основываемся на том, что изначально база у нас вот основывается на том, что вот проект, он именно изначально действует с нашего сайта.